Миллионы домохозяек и офисных хомячков мечтают стать звездами кино или сериалов. Достала серая однообразная жизнь. Включай PlayStation, загружай VR Superstar и воплоти свою несбыточную мечту, прожив вторую, яркую жизнь кинозвезды. Выбери любую внешность, любой голос и блистай на подмостках. Я сказал несбыточную. Поднявшись к вершинам игрового Голливуда, ты войдешь в настоящий виртуальный мир, где продюсеры ищут таланты для своих блокбастеров. Пивное брюшко, целлюлит или морщинки у глаз больше не помеха твоему таланту и новой артистической карьере. Стань звездой нового кинематографа. We are superstars. Сегодня игра, завтра реальная альтернатива Голливуду. We are superstar. We are superstar. Игра представляет собой симулятор киностудии виртуальной реальности, от съемочной площадки до кинопроката. Разработка ориентирована в первую очередь на консольный VR, затем на клиентский и мобильный. We are superstar. Это развитие игры The Movies, выпущенной Activision в 2005 году. Игрок попадает в условный Голливуд как начинающий актер, проходя все ступени, от бесконечных проб и кастингов, съемок в сериалах и блокбастерах до получения Оскара. Игрок может выбрать и кастомизировать себе любой аватар. Игра также реализует функции соцсети, позволяя игрокам объединяться для съемки своих проектов, организации живых концертов и спектаклей. Монетизация. Магазины, торгующие декорациями, аватарами, косметикой, движениями актеров. Помимо The Movies, есть похожий продукт непосредственно для виртуальной реальности – Mind Show. Наше отличие – не только мультипликационный стиль, но и реалистичная кинематографическая картинка. Возможность не просто снять ролик в виртуальной реальности, но и в игровой форме прожить жизнь великого актера или актрисы. Уникальные торговые предложения нашего проекта. Мы предлагаем игроку, мечтавшему об актерской карьере, прожить такую жизнь. VR Superstar – не только игра, но и средство для съемки короткометражек и сериалов телевизионного качества. Благодарю за внимание!